прячемся. Да как она меня видит постоянно? Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы с вами играем в Five Nights at Freddy's Security Breach. Если не ошибаюсь, это 8-я или 9-я часть ФНАФа. Офигеть, как много игр вышло в этой серии. И, по-моему, большую часть из них мы с вами поиграли на канале. Можете зайти, посмотреть плейлисты. Там точно первых 5 частей есть прохождение. Некоторые я пропустил, но решил поиграть вот это, потому что она вообще абсолютно отличается от всей серии. Тут FPS уже самый настоящий начинается, и ты бегаешь, что-то там делаешь, и это тоже должно быть страшно. И при этом игра заметно апгрейднулась по, так сказать, по подаче. То есть все такое стало масштабное, огромное. И прежде чем мы начнем играть, друзья, я искренне сочувствую всем тем, кто купил игру за 3000 рублей, когда она вышла. Я купил за 700. Вот, знаете, почему я всегда побеждаю? Потому что я никогда не стремлюсь успеть раньше всех. Быть первым не всегда хорошо. Это, знаете, как быть первым в игре кальмаров на испытании, где тебе нужно по стеклам прыгать, угадывая, какой из них не разобьется под тобой. Вот, первым не всегда быть хорошо. Иногда надо грамотно наблюдать за чужими ошибками. Короче, мотайте на ус. Итак, эта игра на русском, да? Что ж, начинаем. Мерзкая музыка, отвратительная просто. Но, короче, в первых частях чувствовалась какая-то грязь в кадре. Что-то там было в ней такого, знаете, неуютного. Ты видишь очень таких милых зверушек, но ты видишь в них еще вот эту зловещую долину жесткую. Здесь пока этого нету, но, возможно, она будет постепенно наращиваться. Я не знаю еще. В любом случае, мы попробуем с вами поиграть в эту игру. Понравится, не понравится, это уже зависит от самой игры. Монтгомери Гейдер, я даже не знаю, кто это такой, впервые вижу его. И Роксейн Уолф. Чика, мы знаем такую. И Фредди Фазбир. Фазбир, я сказал Фазбир, как будто Фазпиво. Так, смотрите, с ним начинаются глюканы жесткие. Мы уже играем, я вижу, курсор появился. Все, он упал. Плохой артист, потому что настоящий артист, он пока не выступит до конца, даже пуля во лбу его не остановит. Безопасный режим. Мы будем что, от лица Фредди играть, что ли, не понимаю. Как долго загружается. Очень тяжеловесный такой безопасный. Да, мы играем за Фредди. По-п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 о-
Какой испанол? Я перезапустил игру, включил субтитры, сейчас мы больше ничего не пропустим с вами. Хочу сказать, прежде чем загрузится, игра весит 70 гигабайт. Я охренел, 70 гигабайт — это слишком много для такой игры, мне кажется. И не знаю, что они тут напихали сюда. Итак, уже пора выступать? У меня возникла неисправность. Цикл зарядки не завершен. Ты можешь заткнуться? Кто это сказал? Это я. Я здесь внизу. Где внизу? Я тебя не вижу. Ладно, слушай. Пока ты спал, я открыл люк у себя на животе и забрался внутрь. Люк на животе? Это место предназначено для больших праздничных тортов и пиньят. Это не место для игр. Хорошо, выходим изнутри. Мы прям как чужой ксеноморф выскакиваем. Вот ты где. Да, видите? Сканирование завершено. Как странно. Твой профиль гостя мне не знаком. Кто ты? Очень гламурная игра. Я Грегори. Чуть подлагивает, мне кажется. Грегори. Я сообщу об этом в главный офис. Ошибка подключения. Мне не удалось подключиться к основной сети. Погодите, погодите, извините, извините. Грёбаная игра. Посмотрите, трассировка лучей здесь очень сильно лаги вызывает в игры. Когда включил на ультру, прям пипец произошел. Игра просто перестала. Смотри, ничего не изменилось. Она отключила тебя. Она не позволит мне вызвать помощь, пока не найдет меня. Кто? Кто ищет тебя? Твоя мама?
Я слышу ее. Шаги. Посмотрите в окно. Окно. Вот сюда. Это сотрудница службы безопасности. Она может помочь. Нет, нет, я не доверяю ей. Почему нет? Я не знаю, кто она. Она пытается меня поймать. И вообще, ты можешь говорить не так громко? Возьми это. Это сувенирные часы Фаз Фредди. Забрать часы где? У него ничего в руках нету. Ну, смотрите, что я могу заметить. Так, удерживайте. Я вижу, что очень хорошо сделана анимация. Что это было? Я отправляю тебе зашифрованное сообщение. Действительно прикольно сделана анимация персонажей. И графика, если честно, мне напоминает какой-нибудь Bioshock или Fallout. Опа. Привет, Грегори, это я, Фредди. Я провожу тебя до главного входа. Однако я не могу выйти из этой комнаты. У тебя все должно получиться. На стене есть кнопка, которая открывает дверь в кладовку. Сейчас я активирую ее для тебя. Спасибо. В общем, FNAF пытается отчаянно не быть инди-хоррором и пытается перейти в AAA, да? Поэтому такая цена была в начале. Смотрите, что это такое? Автомат, мы можем поиграть. Или не можем? Нет, нужно монетку вставить. Вот эта дверь напрягает меня. Смотрите, ну, текстурки-то говнишко такое полное, мне кажется. Не понимаю, почему игра так много весит. Ладно, что надо сделать-то? Я не понимаю, что надо сделать? Она должна быть где-то рядом. Тут есть кнопка. Есть кнопка? Где? Это не кнопка. А, вот кнопка. Итак, выпустить Фредди из комнаты. Отлично, Грегори. В ремонтном помещении есть открытая шахта вентиляции. Тебе нужно проползти через систему вентиляции и выпустить меня снаружи. Хорошо, друг. А ты не можешь отсюда выйти, да? Ну вот здесь крипово начинается. Уже немножечко. Стоп. Нажмите и удерживайте И для сохранения игрового процесса. Это займет некоторое время, так что не зевайте. Что? И мы И удерживаем, чтобы закрывать инструкцию. Что это такое? Сохранить место? А, они это специально сделали, чтобы я попал в ситуацию, где я не могу успеть сохраниться, да? Давайте, сохраняем. Предметы нельзя брать. Что это такое? Неоновая краска повсюду. Так понимаю, нам нужно наверх. Мы играем каким-то мальчиком Грегори. Я не знаю, кто это такой. Я, если честно, уже... Ты сегодня великолепно выступила. Спасибо. Твои волосы прекрасны, твой хвост прекрасен. Все смотрели на тебя. Все любят тебя. Все хотят быть тобой. Ты лучшая. Спасибо. А она сама собой говорит? Я лучшая. Все... Понятно, окей. Я специально сделал такие большие субтитры, ребят, чтобы вам тоже было видно их, потому что наверняка большинство из вас смотрит с мобильника. Признаться, я тоже YouTube постоянно с мобильника смотрю. Мы можем ускориться прямо в шахте. Так, у нас есть стамина. Окей, мы... О, блин. А, нам только... Хотя нет, может быть, мы можем дернуть? Не можем. Звуки какие-то стрёмные. А у нас... Это кто-то практикуется на гитаре. По-моему, у нас был аллигатор на гитаре. Или аллигатор на басу. Это Чика на... А, Чики на гитаре. У нас, значит, аллигатор был на басу. Молодец, молодец. Короче, они ночью практикуются. Они прям живые. Вообще, какой это год в этой игре? Я что-то не понимаю немного. Разве Five Nights at Freddy's не в наше время происходил? Откуда такие прокачанные аниматроники и вот такая местность? Это ж пипец. Леди и джентльмены, благодарим вас за внимание и надеемся, что вам понравилось наше шоу. Фредди's группы довольно сильно устали, но они вернутся на следующей неделе после нескольких дней плавного техобслуживания. Планового.
Ждем вас перед нашим зданием, где вы получите сувенирные очки, купон на бесплатный стакан лимонада, где вы подпишете юридический документ, освобождающий нас от ответственности за все произошедшее с вами в ходе визита. Желаем прекрасного вечера и с нетерпением ждем вас снова. Что это? Что за звуки? Монтгомери, дурацкое имя. Смотрите. Требуется уровень доступа 5, чтобы открыть его. Вон эта волчица. И вот здесь комната Фредди. Побежали. Тут нельзя удерживать, получается. Или нет, можно. Нет, нельзя удерживать кнопку. Ты только переключаешься между бегом. Дурацкая дверь не открывается. Ох, тебе понадобится пропуск с фотографией, чтобы открыть дверь. Прости, я думал, что он у тебя уже есть. Скорее всего, его можно найти у прилавка с едой. Найти прилавок с едой нужно. Так, подлагивать. Что-то сейчас произойдет. Это что? Блин, как долго нам придется вот так вот рыться? А, камеры. А, мы можем камерами управлять. Но, видимо, не сейчас. Карта. Нету. Задание. Найти пропуск. Сообщение. Привет, Грегори. Жалоба клиентам. Мы заплатили за мега-делюкс вечеринку с Глэм Фредди. Но Фредди сломался сразу же после выхода на сцену. Мы платили, чтобы он спел дочке поздравительную песню у столика. Он должен был вручить ей торт. День рождения моей девочки испорчен. Я требую вернуть деньги. Бедная девочка. Не спел ей. Гребаный аниматроник. Это вообще странно. У меня, я не знаю. Я, наверное, слишком... человек старой эпохи, что я не могу воспринимать каких-то аниматроников как что-то, чтобы вот так все. И точно я бы не смог пойти, мне кажется, на концерт, где бы выступала голограмма. Так, проходим. Пусть даже суперизвестного, пусть даже Лимп Бизкит, голограмма лимпов. Вот молодых лимпов выступала бы, я бы не смог на такое пойти. Здрасте, ты живой? Что? Что было? Так, требуется уровень доступа 4. Давайте заберем. А, нет. Пропуск с фотографией. Освободить Фредди. Здесь? Ты молодец. Теперь выпусти меня, пожалуйста. Погодите. А... тут же нет прилавка с едой. Он же говорил, где-то возле прилавки с едой. Прилавка с едой. Ничего не понимаю. Подкат можно сделать? Нельзя. Оп. Так держать, звезда. Я знал, что у тебя все получится. Я знаю, как можно вытащить тебя отсюда. Забирайся назад в полость. Время еще есть, но нам нужно торопиться. Если меня заметят, то отведут назад в мою комнату. Я проведу тебя к главному выходу через технические коридоры. Это самый безопасный путь. Ну ладно, но лучше смотри под ноги. Не хочу, чтобы меня раздавило и скрутило в сосиску. Итак, как использовать Фредди? Использовать можно для управления. Ага, нажать И для выхода. Боты не смогут найти Грегори, когда он управляет Фредди. Окей. Как я вообще туда помещаюсь? Насколько я маленький? Никто бы туда не поместился. Окей. Теперь я играю за Фредди, и мне вообще не страшно получается, да? Добраться до главного фойе пиццеплекса. А где это? Здесь я не могу ничего сделать, я даже присесть не могу. Прости, Грегори, я бы с радостью устроил тебе экскурсию, но время уже не рабочее. И дверь закрыта. Найди дверь с моим изображением. А, дверь с его изображением. Которая где? Требуется уровень доступа 3. Но это не дверь с его изображением. Sorry, да. Я тебя понял. А где? А, вот. Нет, это не то. Это не оно. Ну так вот же.
О, здесь я могу пройти. Вот, да? Это имеется в виду? Нет? Я не могу. Я не могу понять, что мне делать, куда мне идти. Где она? Где эта дверь? Подлагивает. Что-то подлагивает постоянно. Может быть... А! Это оно. Замечайте провисание, вот как только я прохожу какую-то часть... Что? 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 Что это было? Я не успел заметить. Слушайте, ну это просто жесть как лагает, во-первых. Почему так? Ладно, неважно. Эй, малыш! Если ты тут, скажи что-нибудь. Она внизу, мы должны вернуться. Не волнуйся, Грегори. Даже если нас заметят, со мной ты будешь в безопасности. Она не заподозрит, что мы путешествуем вместе. Однако нам все равно не стоит попадаться ей на глаза. Если меня отправят в мою комнату, мы не успеем добраться до фойе до полуночи. Я не понимаю, я не вижу, где она. И что это за существо, которое ползало по стене? Окей. Мы здесь. Я чувствую, что ты сломан. Я в порядке. Нет. Я чувствую, что что-то не так. Я отведу тебя в пункт медицинской помощи. Нет, на это времени, я в порядке. Я не управляю, это он сам. Черт, войди в медпункт. Я просто решил проверить. Фредди, во время блокировки ты должен сидеть в своей комнате. И не знаю, как тут оказался, офицер Ванесса. Ну, сегодня ты отличился по полной. Твоя система дала сбой, и ты сорвал шоу. Теперь специалисты отдела запчастей и обслуживания ограничили тебя по питанию, говоря, что это мера предосторожности. Еще одна проблема на наши головы. Извините. Ладно, слушай. До закрытия осталось 15 минут, но тут за кулисами ошивается какой-то мальчишка. Если увидишь что-нибудь, немедленно сообщи мне. Я уже уведомил остальных, а теперь возвращайся в свою комнату. Нет, не уходи, Фредди, ты мне нужен еще. Так. Мы ждем. Говорю же, что она идет за мной. Я ничего не сказал. Ты в безопасности. Пойдем дальше. Окей. Это куда? Зачем он вообще сюда пришел? Мы же хотели в медпункт. Все, теперь нам не нужно в медпункт? Я не понимаю. А мы пришли откуда? Я же не помню. Сюда нельзя. Где это мы? Сейчас мы находимся под пиццеплексом. Эти технические коридоры соединяют все аттракционы между собой. Мы можем пойти куда угодно? Верно. Фейзер Бласт, Гольф Монти, гонки Рокси. Все эти места открыты для ботов-сотрудников с достаточно высоким уровнем доступа. Гостям здесь ходить нельзя, однако твоя ситуация особенная. То есть у этих аниматроников низкий заряд. Искусственный интеллект, они прям осознают себя. Низкий заряд. Хреново, я вижу. Как мне зарядиться? Что там делают? Они что, пинают другого робота? Черт, где мне зарядиться, мать? Какая неприятная табличка, она прям бесит меня, она мешает мне. Можно же просто, чтобы батарея мергала. У Фредди закончилась энергия. Он не сможет помочь вам до начала следующего часа. Окей. Что? Следующего часа? Он типа сам же заряжается. Мне ужасно жаль. Цикл подзарядки не был завершен, когда я нашел тебя. Дальше тебе придется идти без меня.
Я свяжусь с тобой через час, часы фаз, если вдруг попадешь в неприятности. Я не знаю, получится ли у меня сделать это в одиночку. А, он заряжается здесь. Я думаю, возможно, внутри него какая-нибудь динамо-машина, которая начнет крутиться и вырабатывать электричество. Вот, смотри, что это такое. Таб. Что мы взяли? Найти фойе. Хранение продуктов. Внимание работников кухни. Перед закрытием смены все продукты должны быть убраны на хранение. Эти огромные баулы, которые я нахожу, это записки? Почему нельзя было сделать просто записки? Я не понимаю. Чика уже замечали за поеданием объедков из мусорных ведер на кухне после окончания рабочего дня. Ремонтировать ее дорого, и эта сумма будет вычтена из зарплаты работников кухни. Руководство. Что-то тут еще у нас есть? Новые сообщения, эти сообщения... А, хорошо. Кстати говоря, карты у нас до сих пор нету, и камера до сих пор не работает. Эта механика чуть позже включится. Фредди, давай речи, пожалуйста. Сохраняем. Вот это вот все очень бесит. Это как-то все очень долго сделано. Мне кажется, даже неоправданно долго. Что я здесь делаю? И куда мне идти? А, окей. Побежали. Лобби. Это Чика. Может, мне удастся чем-нибудь ее отвлечь? Источники шума. Нажать И для того, чтобы сбивать предметы и отвлекать ботов. Не попадитесь им на глаза. Вот это вот долгое закрытие инструкции очень бесит меня. Какие предметы? Так, хорошо. Опа. А почему я ее боюсь-то, я не понимаю. Мальчик знает что-то, что не знаем мы, я так понимаю. Синий контур означает, что вы невидимы. Желтое, что бот ищет вас в данный момент. И красный, вас заметили. Эта область закрыта для посетителей. Ой, боже мой. Хорошо, здесь уровень страха будет зависеть от того, насколько будет близко ко мне монстр. Насколько жопа будет моя подгорать. Это как с Грэнни. То есть я не буду бояться самих монстров, я буду бояться ситуации, когда меня поймают. Кошки-мышки. Это всегда хорошо работает. Можно от чего угодно бегать, и это все равно будет страшно. Удерживать left control для бега. Никто не может бежать вечно. Меня сейчас заставит бегать? В какую сторону мне идти? Погодите. Там какой-то отсек, я не знаю, правильно ли я иду. Без карты трудно. Эта дверь открывается. Вот, о такой грязи я говорил. Немножечко всяких помарочек, всяких разных штучечек. Ладно, пока за мной никто не идет. Какие длинные коридоры, неоправданно длинные. Погодите, сохранить место. Ой, я только сейчас заметил, что это ноги. Что эта игрушка проходит мимо ног. Вот ты где! Как ты вышел? Черт! Бежим, 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 бежим! Быстрей! У меня закончилось! У меня же закончилось! Присесть! Меня не видит. Меня не видит. Меня не видят, когда я прям сижу перед... О, ё-моё! Что происходит вообще? Игра кончена. Блин, повторить попытку. Как-то игра глюканула, сама себя запорола немножечко. То меня аллигатор схватил, то Чика вышла. Окей. Мне не хватает стамины. Но он при этом меня не видит совсем. Он не видел меня вообще в упор. Так, он меня ищет. Он меня видит! Ты потерялся? Бежим, 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 бежим! Да, мать моя! Побежали! Ага! Куда? За мной гонятся! Бежим! Восстанавливай! Восстанавливай! Вот так. Какие огромные ступени! Я что, что за лаги? Я не могу так играть! Все, все. Отлично, Грегори, ты нашел комнату охраны.
Там ты будешь в относительной безопасности. Дверь сконструирована таким образом, чтобы защитить квалифицированных охранников в чрезвычайных ситуациях. Пока двери остаются закрытыми, они будут оставаться закрытыми, пока достаточно электропитания. Фредди, энергия осталась всего на 15%. И они пытаются выбить двери. Как мне отсюда выбраться? Сохраняй спокойствие. На пульте охраны есть интерфейс. Подожди, я его сейчас включу. Вот так. Теперь ты можешь активировать протоколы системы безопасности. Теперь твои часы ФАС подключены к системе камер видеонаблюдения. Взгляни на карту на часах. Квадратиками на мини-карте это ближайшие камеры наблюдения. Если датчик камеры замечает движение, ты должен увидеть красные значки тревоги. Переключайся между камерами, чтобы найти безопасный путь из комнаты охраны в главное фойе. Окей. Это камера 1, да, пока что у нас? Ага, вот, смотрите. Вау. А кто что-то ломится? Аллигатор, что ли? Вот, сейчас Чика пройдет, посмотрим, как реагирует камера. Никак. Карта пока еще недоступна. И да, мы еще можем приблизить, получается. Окей. Итак, найти безопасный маршрут к главному выходу. Или входу. А, вот, погодите. Как мы переключили камеру? Как он это сделал? Я что-то не понимаю. Так, что-то зависло изображение. Хорошо, я ничего не знаю. Давайте сохранимся, во-первых. Есть, да, сохранить. Итак, укрытие. Нажмите И рядом с укрытием, чтобы спрятаться от ботов. Если бот увидел, как вы прячетесь, он может сразу вас найти. Вот здесь, например? Нет, здесь нельзя. Вот тут. Оп! Она идет. Она ведь идет? Или не идет? Присели. Чика, ты идешь? Где... Где она вообще? Вон камера, через которую мы смотрели. Значит, Чика пойдет откуда-то с этой стороны. Да. Хорошо, это мы... Это мы увидели. Продолжаем медленно идти. Все. Мы прошли, кажется. Есть. Мегапицца-плекс Фредди Фазбера закрыт. Выполняется запуск ночных протоколов. Я не понимаю, а женщина-охранник, которая... Нет, нет, подожди, я все еще здесь. Что же мне делать? Мне очень жаль, Грегори. Ты упустил свой шанс, но надежда все еще есть. Ты можешь сбежать, когда в 6 утра откроются защитные двери. А пока продолжай двигаться и попытайся не привлекать к себе внимания. Если отсюда есть другой выход, я помогу тебе найти его, обещаю. Вон, я вижу робот, но он, наверное, не опасный. Нет, смотрите, они опасны. И что мне здесь делать? Короче, здесь есть женщина-охранник, которая выглядит довольно-таки дружелюбно. Мне кажется, она добрая. Не знаю, зачем мы от нее бегаем. Что она сделает? Она же просто возьмет и выгонит нас из комплекса, что мы и хотим сделать. Если бы мы попались ей на глаза сразу, мы бы, по сути, бы победили в игре. Или у мальчика другие мотивы скрытые. Хотя нет, он только что... О, нет, я застрял здесь. Тупой мальчик, короче. Мы играем за тупого мальчика. Вот это самое плохое. Еще небось жирный. Здрасте. Почему ты двигаешься так странно? Он зовет! О! Кто хочет... Как? Блин, как она здесь оказалась так быстро? Я даже не слышал, как она идет.
Короче, нельзя никаким ботом попадаться, даже уборщиком. Ну давай. Ну давай, загружайся. Вот. Итак. Смотрим на карту. Я не понимаю насчет камер вообще пока что. А, вот где они. Вот эти камеры. Я понял. Значит, как лагает, блин. Или это так надо, я не понимаю. Значит, бот едет... Сюда-туда, туда-сюда. Да, он будет туда-сюда кататься. Еще один бот здесь находится, в сувенирной лавке. Окей, давайте просто пройдем, я думаю, у нас все получится. Чтобы пройти через эти турникеты, тебе понадобится бесплатный входной билет в пиццу Плекс. Такой билет должен быть где-то у главного входа. Где-то у главного входа, где-то у главного входа. Аккуратненько пройдем вот здесь вот. Возможно, где-то тут эта урна. Вот оно. Наверное. Бесплатный входной билет. Чё-то я не понимаю, почему именно в таком виде предметы расставлены. Почему они как какие-то подарки, какие-то сумки. Может быть, это потом объяснят? Ладно. О, как раз-таки бот ушел. Чика! Отличная работа, звезда. Тебе удалось попасть в фойе. К сожалению, бесплатный входной билет не позволяет пройти в пиццерию. Автоматы улучшений находятся в помещении службы по работе с клиентами. Нажмите Tab. Итак, задание. Дан, улучшить бесплатный билет. Сюда можно только... А, чё, не слышу. Это меня заметили? Нет. Вон он идет. Итак, где у нас... А, Custom Service. Вот здесь находится. Нам нужно налево. А куда пошла Чика? Конечно же, сюда, блин. А, нет, это не Чика. Нет, вон она. Что ж, окей, нам нужно идти. Блинушки! Стоп. Там какая-то сумка стоит. Очень нужная вещь, мне кажется. Давайте. Да ё-моё! Быстрей. Быстрей. Быстрей! Тихо. Спрятаться. Все, я спрятался. Итак, какие-то сообщения. Твоя семья ищет тебя. Здесь работал мой родственник. Говорит, что автомат улучшений можно обмануть магнитами. Отправляйся на фаз-площадку. Там через заднюю дверь можно попасть в помещение службы по работе с клиентами и взять пачку билетов. Буду ждать тебя снаружи. Если услышишь роботов, просто спрячься, пока они не уйдут. Ты справишься. Погодите. Фаз-площадка. Это что за фаз-площадка? Чика! Выходим. Все, 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 все хорошо, все хорошо. Я так понимаю, они не видят меня именно, да? Они просто в какой-то зоне, в радиусе какого-то, не знаю, диаметра должны оказаться. В радиусе диаметра, блин. Ай, так. Требуется билет в детский сад. О, боже мой. Здрасте. Все, он тупой. Так, он хаотично едет. Пожалуйста. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Все, мы здесь все посмотрели. Как отсюда выйти? Можно здесь спрятаться, если что. По-моему, мы правильно идем. Тихо, 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 тихо. Мы оказались сюда можно только по... Только персоналу. Смотрите. Ну это же слышно.
Магнит с мистером Гиппо. Это стрёмный магнит с мистером Гиппо для холодильника? Отстой. Мне очень жаль, Грегори. Мне правда жаль. Куда же мне теперь девать себя? Погодите, но здесь было написано же, что... Где это написано? Хранение продуктов... Вот. Там через заднюю дверь можно попасть в помещение службы по работе с клиентами и взять пачку билетов. Говорит, что автомат улучшения можно обмануть магнитами. Магнитик как раз таки я нашел. Значит, я правильно сделал, что пришел сюда. Так, и с чем мы можем, да, здесь ныкаться? Ну, можем ли мы выйти отсюда? Уже никак. Нет, только вот так мы можем выйти. Идем. А где Чика была? Где? Вон она. Как хорошо мы идем. Как легко здесь прятаться на самом деле. Прекрасно. Я так понимаю, нам вот сюда нужно. Билет даже не работает. Короче, нужно заапгрейдить. Интересно, что это за бесплатный приз? Это кофейня. Нам сюда не нужно. Погодите, я вижу что-то. Там что-то стоит. Аккуратней. О. Осторожней, 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 осторожней. Взяли. Там. Инспекция системы вентиляции. Спасибо за обращение в сервисную компанию «Быстро и дешево». Мы проверили... Мы провели предварительную инспекцию системы вентиляции и не выявили никаких неисправностей. Никакого громкого лязга, грохота и скрежета во время инспекции не наблюдались. Позвоните нам, если проблема появится снова. Счет прикреплен к письму. Кит. Так, что, можно здесь пройтись вот так вот? Вот. Что-то новенькое. Это мы можем сбросить, если что. Тихо. Блин. Блин. Чика все время где-то рядом. Где мы находимся? Пока не знаю, погодите, здесь еще одна дверь. Staff only. Хорошо. Погодите, а это что такое? Это урна. Кажется, мы пришли. Custom. Да, все, отлично. Мы куда-то можем спрятаться здесь, куда только. Вот только что было, можно. Спрятаться. Ага, я понял. Вот здесь спрятаться можно было. Вот автомат, где можно апгрейдить билеты. Он сожрал мой билет! Попробуй использовать тот жуткий магнит, что ты нашел. Да! Магнит смог обмануть автомат. Эх, на этот раз этот какой-то билет в детсад. Отличные новости. Жди меня в детсаду. Хорошо, на второй этаж нам нужно идти. Задание, да, попасть в детский сад. Какой организованный мальчик. Я даже свои... О, боже мой! Нет! Нет, она не могла! Она же не видела, что я зашел! Или она логично подумала, что это единственное место, где можно спрятаться. Блин, нас заметили опять. Почему она прям видит... Она прям видит меня! Валим отсюда! Так, куда? Сюда? Она пришла! Она идет! Так. Прячемся.
Да как она меня видит постоянно? Черт, черт, черт! Да это бесполезно! Что ж, мы снова здесь, и, к сожалению, у нас нет возможности никак здесь сохраниться. Мы можем только попытаться отсюда свалить. Давайте попробуем это сделать. Ну давай, давай, фигач. Там еще сумка есть, ее надо обязательно взять будет. Все, взял? Все, мы взяли? Или нет? Взяли, походу. Стой, господи, не путайся. Быстрей. Быстрей. Отлично. Почему она сейчас не реагирует на меня? Почему она меня не видит? Что-то я не понимаю. А как до этого я ее агрил? Че мы взяли? Новых сообщений есть? Легкие деньги. Здесь работал мой родственник, говорит, ага. Потом инспекция системы вентиляции. Все это мы... Привет, Дэйв. Жалоба клиенту. Увольте Дэйва. Он душнило. Дэйв душнило, окей. Теперь нам нужно в детский сад. Я помню, где это находится. Секунду. Вон она. То есть нам просто не везло в тот раз? Потому что теперь все чрезвычайно легко. Мне бы сохраниться. Мы очень давно не сохранялись. Ну дайте сохранялочку, пожалуйста. О боже, о боже, о боже. Так, это туалет. Здесь нету сохраняла, к сожалению. Оно идет сюда? Мои шаги разносятся то здесь, то справа, то слева. Смотрите, сумка какая-то. Тап. Новое сообщение. Ночные страхи. Жалоба клиента. У моего сына никогда не было проблем со сном. Но после вечера, проведенного в вашем детском саду, он больше не может спать с выключенным светом. Он все плачет и плачет. А если я разрешаю ему оставить свет, он мочится в постель. Смотрите, ни одной сохранялки до сих пор нету. Где? Какого хрена? Какого фига? Вон она! Бежим. Чем быстрее, тем лучше. Да, сохранить. Окей, мы сохранились, и теперь мы можем спокойно отпустить клавиатуру и мышь и расслабиться. В общем, вот она игра, что вы о ней думаете. Ставьте лайк, если вам нравится, если хотите увидеть полноценное прохождение. В принципе, пока не то чтобы совсем плохо, но и не совсем отлично. В общем, пока среднячок. Как по мне, есть напряженные моменты, но чувствуется, что игра сыровата, как будто бы. Не представляю, как могли ее продавать за 3000 рублей. Бедные, бедные те, кто купил. Прям вообще, ребят, обидно, наверное, жесть как. В общем, игра сыровата, да, но, может быть, дальше будет интересней. В общем, ставьте лайки, комментарии, пишите, все пишите. Ссылки на все мои соцсети, на плейлист по этой игре и по другим играм, которые играю, будут в описании. С вами был Юджин, и всем пять!